Мурзилки. 10 лет с вами. Мурзилки лайф! Ребята, с днем рождения! Татьяна Устинова! Татьяна Устинова! А если вы, дорогие, уважаемые радиослушатели, видели своими глазами радиослушательскими, какой тут стоит посреди студии торт, наверное, да. У кого есть интернет, тот видит этот торт. Конечно. Причем сейчас дам все внутренние родильные тайны. Говорит, здесь месяц стоял муляж. Задрал всех этот муляж. Хуже не бывает. Но сейчас это настоящий торт. Настоящий, хочется чего-нибудь. Знаешь, Тань, если бы стоял настоящий целый месяц, согласись, его нельзя было бы сегодня есть. Его нельзя было бы есть. Я вас поздравляю, ребята, я вас обожаю. Самые лучшие пародии ваши, самые лучшие песни ваши. Самое лучшее радио ваше. Самые хорошие шутки ваши. Без пошлятины какой-то дурацкой, ненужной никому вот этой какой-то сальности, да, у вас все получается на ура. 10 лет, и это совсем маленький ребеночек, правда? Да. Совсем маленький, крохотный. Но все-таки вы его, как добрые родители, уже каким-то образом взрастили этого Мурзилочку. Татьяна, скажу по секрету, нам на троих 120 лет. Ой, я вам книжки принесла, подарки принесла. Я принесла книжки, все сегодня что-то дарят. Владимир Вольфович сейчас выбегал с подарками. Прям он выбежал от нас? Нет, наоборот, он вбегал. Он вбегал с подарками. Я тоже думаю, боже мой, ну что может подарить писатель? Писатель может подарить книгу. Книга это вообще лучший подарок. А как-то нестандартно подойти? А нестандартно я подарила. Музыкальный альбом. Вот сейчас вот как-то... Нет, нестандартность в том, что книга, я настолько понимаю, вот только-только увидела свет. Книга вышла вчера. Новее, чем может быть, да? Поэтому вчерашнюю книгу я дарю вам сегодня на десятилетие. Здорово. А еще я хочу сказать, что Татьяна всегда подходит неординарно к подаркам, потому что мы черпаем вдохновение от Татьяны. Это вот замечательно. А я вас обожаю и всегда вам подпеваю. Мы больше обожаем. Нет, мы больше. Нет, я больше обожаю. Что, предлагаешь грянуть прямо сейчас? Мы грянем же даже. Мы же всегда... Гряхаем. Все-таки предупредить, что сейчас будет звучать в эфире. Да, это же будет космического масштаба песня. Да. Посвящена она была в свое время тому, что небольшой скандал случился в космосе. Там, значит, нашли много мусора космического, который там на нашу МКС напал. Там и какая-то авария произошла, и антенна какая-то отвалилась. И мы откликнулись песней. Душевной, романтической, лирической, я бы даже сказала. Где-то очень в глубине души. Итак, мы и Татьяна Устинова. Песня прохода в космосе. Теперь в пакетиках. Теперь в космосе. Татьяна, поднимай микрофон. Так и взлетаем, что ли? 10, 9, 8, 6. Где-то 7 потеряли. Погнали! Чё ты мусор на орбите разлетался? Чё метаешь экипажу МКС? Уклоняться экипаж нас задолбался, и гонять туда-сюда родной прогресс. От вашей грязи мусорской мы настрадались, кругом накидано в натуре беспредел. Уж было дело, мы решили, отлетались, осколок мимо в сантиметре пролетел. Хоп, мусорок, большой кусок, опять на станции антенночку сломали. Будем летать, орбиту менять, ваш мусор орбитальный мы в гробу видали. В открытый космос мы вне плана выползали, и от цугунки распасали корешей. Мы в трех местах себе скафандеры порвали, возьми иголочку и ниточку, зашей дырочку. А зуб звонил нам и поставил тройку с плюсом за героический космический нырок. Кто на орбите накидал весь этот мусор, а также мелкий неприятный мусорок. Хоп, мусорок, большой кусок, опять на станции антенночку сломали. Будем летать, орбиту менять, ваш мусор орбитальный мы в гробу видали. Еще раз. Хоп, мусорок, большой кусок, опять на станции антенночку сломали. Будем летать, орбиту менять, ваш мусор орбитальный мы в гробу видали. Вот так Татьяна Устинова познакомилась с этой песней. Мурзилки. 10 лет с вами. Мурзилки лайф.